Вы находитесь перед Восточной палатой, или, как ее еще называют, Ханской баней. Она была общественной баней Болгара, построенной в начале 90-х годов 13 века из кирпича и камня. Что интересно, с восточной стороны здания был устроен водоем для забора воды. Выходя из этого сооружения, вы можете пойти направо, в сторону памятников, а именно Малого Минарета и Ханской усыпальницы. Повернув налево, вы выйдете к зданию администрации музея-заповедника и далее к музею «Дом лекаря» и ремесленным мастерским, где вы можете приобрести сувениры.